Здравствуйте, друзья! Зовут меня Дмитрий, приветствую вас на канале Стартап 24. Нахожусь в городе Львов. Сегодня начинается фестиваль ледяных скульптур. В данный момент именно делают эти скульптуры. Скульптуры, все на улице сейчас плюсовая температура, поэтому скульптуры тают. Но на вечер обещают минусовые уже температуры. И надеемся, что несколько дней эти скульптуры простоят. Давайте посмотрим, как их делают. Фестиваль ледовых скульптур. Но температура плюсовая, поэтому все тает на глазах. Фестиваль должен официально открыться завтра. Но сегодня уже начали делать скульптуры. Мне позвонили, я приехал посмотреть. Уже, пока мне дали знать, уже, как вы видите, основные работы сделаны. Делали также вот бензопилами, сверлами. Сейчас он, смотрю, равняет утюгом. Thank you.
там усього бачу. Уїздя там бачу. Бачиш, дяді фігурки і тьохи робить. Дай я тобі шию, запитаю. Бачиш, хтось так була велика, глиба. Все, і дяді так обслуговують. А вона розтане? Ну, поки зимно не розтане. Бачиш, так виглядає наше серце. Та чого сфотографіруватися, не хочу на дочі вийти. Можна? Спасибо. Смотрите, как равняет утюжком. Чтобы, блин, ну я думаю, что поле блища. А, да, да. Такие классные ручки. Надвися на скейте, на дошке. Говорят, что после того, как порезали, лед встает белый, а после работы утюгом он становится опять прозрачным. Значит, это есть лев с крылами. Бык. Год быка. Вот такая работа. Ангелы. Сердце. Красивая девушка. Зайдешь в фото.
вы видите, людей много. Много празднуют, гуляют, пьют кофе, глинтвейн, кушают. Новости берут интервью. Мастер расскажет, что в прошлом году стояли долго, в этом году надеется, что простоят целую неделю. Ну, естественно, если при условии, что сегодня начнется минусовая температура. А вот самая главная ледовая скульптура 2021. Как вы видите, людей очень-очень-очень много. Есть лошадки, можно покататься. Вот, друзья, такая праздничная атмосфера, несмотря на то, что нету снега и мороза. Праздник, новогоднее, рождественское настроение присутствует. Поэтому, друзья, можете приходить отдыхать. Кто находится далеко и еще не успел приехать, смотрите это все на этом канале. Подписывайтесь. Ну что, друзья, если вам нравится такой фестиваль, приходите в город Львов, Ёлка, проспект Свободы, смотрите на ледовые скульптуры.